А их у нас, вы знаете, 50 региональных отделений зарегистрировано на территории Хабаровского края. Не об этом ли нам с вами надо говорить? Как поднимать эти партии? Как их мобилизовать? Как, может быть, их обучать? Как готовить к избирательным кампаниям? Вот это тоже тема для разговора в будущем и предложения проекта нашего постановления. Если мы говорим о том, что легитимность выборов обеспечивают также и члены участковых избирательных комиссий, территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий субъекта, я с вами полностью соглашусь. Но опять же, цифры говорят сами за себя, что мало политических партий выдвигают своих кандидатов в участковые избирательные комиссии.